Добрый вечер, меня зовут Максим Путинцев, а на стенде сегодня Юрий Романович, директор TEN Development. Юрий, добрый вечер. Добрый вечер. Как в пандемию коронавируса чувствует себя рынок новостроек в Екатеринбурге, девелоперы? Пандемия – уникальное явление, небывалое, так скажем, последние несколько веков. И не поспоришь. Да, и поэтому никто не брался прогнозировать, как поведет себя рынок и что будет с девелопментом. Но, на мой взгляд, здесь очень, как может быть это очень патетично прозвучит, но очень помогла поддержка государства. Во-первых, нас не остановили. Мы работали, строили во время коронавируса. Ну, в Москве останавливали стройку, но ненадолго. Не только в Москве. Москва – это Москва, да. Вот. Мы работали абсолютно ровно, шел строительный процесс. Слава богу, у нас никто не заболел, все меры мы предпринимали. И, собственно говоря, очень интересное явление случилось, по крайней мере, в нашей компании. Как мы для себя видим, люди, посидев дома, хорошо взвесив решение, они в июне и вот сейчас уже в июле ломанулись покупать. Не скажу за коллег, но вот по официальной статистике портала Дом.РФ, это официальная корпорация, которая ведет, в принципе, сопровождает строительные процессы, мы вышли на 5-е место по продажам по России, на 1-е место по УРФУ. За июнь месяц... Ну, мы это Свердловская область. Нет, мы Екатеринбург? это TEN Development. А, мы это TEN, понятно. Вот. Соответственно говоря, мы обогнали коллег по Свердловской области где-то в 4 раза по уровню продаж, продали 16 тысяч квадратных метров. На самом деле, небывалый уровень продаж. А почему? Есть объяснение. Ну, с одной стороны, вы сказали, люди посидели, подумали, видимо, там, скалькулировали чего-то, а с другой стороны, может быть, они понимают, что завтра-то дороже будет? Ну, во-первых, помогло, опять я говорю о поддержке государства. Государство очень сильно помогло, снизив ставку. Ключевая ставка сейчас у нас на исторически самых низких уровнях. Надеюсь, будет еще ниже, но пока на 4,5, и это повлияло на ипотеку. Вот история с субсидированной ипотекой, а в июле еще и с тем, что лимит по ней подняли, оно сыграло свое, то есть люди во всякой непонятной ситуации идут покупать квартиру. По крайней мере, мы так это видим. Собственно, люди пришли, люди купили, купили очень хорошо. Соответственно, поддержали строители в этом плане. Со второй стороны, я думаю, что у людей было время, посидев дома, поскучав, посмотрев рекламу, принять взвешенное решение. Ну, вот они его приняли. Ну и, собственно говоря, вот эти... Ну и потому что мы бэтмены. Это так, отдельная история. Мы действительно очень неплохо умеем себя подать. У коллег ситуация несколько сложнее. Я знаю даже некоторые наши крупные компании, которые решили приостановить свои инвестиционные проекты на следующие года. Но я считаю это решение преждевременным. То есть на ситуации остановки экономики на 3 месяца нельзя глобально стратегические планы менять. Слушайте, но рецессия это все равно происходит. Если не падение, то замедление, это точно. Ну где? Везде, по Российской Федерации, если посмотреть те цифры, которые вы знаете, предоставляет Росстат тот же самый. Я рассматриваю вот всю эту историю как возможность. На самом деле, да, много неудобств, да, много неприятностей, да, это болезнь, да, она сложная, но в то же время появилась масса возможностей. Изменился рынок потребления. То есть, если люди раньше тратили на какую-то повседневную жизнь достаточно много денег, они поняли, что этого можно не делать. И не поняли, что на самом деле у меня есть ресурсы для оплаты той же ипотеки. Для глобальных покупок уже. Для глобальных, серьезных покупок. И пересмотрели свои приоритеты. Находясь дома, люди взвесили, что то пространство, в котором они раньше находились, оно стало неуютным, некомфортным, его пора обновлять. Это тоже повлияло на принятие решения. Кроме того, государство, на мой взгляд, пошло на небывалый шаг с точки зрения поддержки отрасли. Нам субсидировали ставку по кредитам, которые мы как застройщики привлекаем. На сегодня нам снизили ставки банки до ключевой ставки ЦБ. То есть те же самые 4,5%. На 1,5 года нам снизили ставку. Это существенно повлияло. С учетом того, что стройка не остановилась, продажи идут, как бы отрасль очень сильно Кстати, поддержала. Вот это хотел еще у вас спросить отдельно. Как еще государство вам помогло? И вы знаете, часто бывает, с одной стороны, предприниматели чего-то хотят, некую помощь, они получают, но часто это бывает не то, чего они хотят. Да? Вот тут насколько вы совпали в этом смысле? Да, на самом деле вообще совпали, мы не ожидали. Мы думали, что будем выкарабкиваться, и такой помощи мы не ожидали. Помощь реально глобальная. Я не люблю бросаться какими-то такими
патетичными фразами, но реально... Но это тут та самая ситуация. Та самая ситуация, когда государство оказало нам просто неоценимую помощь. Ну, давайте перечислим по пальцам. Кое-что вы уже сказали. Первое, стройку не остановили, уже большое спасибо. Кредиты субсидировали под ключевую ставку 4,5. Ну, это, наверное, вообще бесплатно практически по нынешним временам. Ну, не бесплатно, но хорошо. Ну, около того, скажем так. А еще? Или этого достаточно? Ипотеку для людей сделали по 6%. Ну, это потребитель, чтобы к вам продолжал приходить. Да, соответственно, мы смогли, учитывая то, что у нас появилась непредвиденная экономия по процентам, мы смогли пригласить людей на программу без первоначального взноса ипотеки. То есть денег своих не надо. Бери под 6 в банке, спокойно плати. А дальше, с точки зрения, ну, то, о чем высказался наш уважаемый президент, это СНИПы, ХРИПы. Пока мы еще не почувствовали это в полной мере, но я видел это на инвестсовете у губернатора в присутствии всех чиновников, когда он давал поручение, это было буквально вот неделю назад, о том, какие меры еще поддержки, какие барьеры должны быть сняты. То есть это услышал город, это услышали областные чиновники, и эта позиция транслируется федеральным министерством тоже строительства. И это очень все сильно помогает. На самом деле это правильно, на мой взгляд, это правильно, чтобы не допустить скатывания в рецессию. Это очень хорошая мера, которую многие страны, та же Америка, проходила в свое время в Великую депрессию, когда они выехали на строительство. Ну, вложение в стройку, вложение в инфраструктуру. Да, да. Собственно говоря, очень много ведь сфер бизнеса, которые вокруг стройки. Это и производители, это и поставщики, это и рабочие места. Единственная проблема, которая, ну, вот действительно, с которой мы столкнулись, это отсутствие трудовой силы. К сожалению... Мигранты? Мигранты, да. К сожалению, резиденты Российской Федерации не готовы к простому труду. При том, что на стройке платят хорошо, платят регулярно. Многие говорили о том, что мы будем есть, да где мы будем работать. Люди, которые хотели работать, пошли разносить еду, пошли еще куда-то, нашли работу. И вот в стройке у меня реально... Мне нужны каменщики, мне нужны отделочники. Русских нет, кто готов на эту работу. Она квалифицированная, я отмечу, это не черновой труд, это очень важный труд, но найти русских работников... Ну, скажем так, людей с российским паспортом. Да, людей с российским паспортом мы на это не можем. А, к сожалению, с закрытием границ те, кто у нас из стран Содружества приезжали, они не смогли приехать. Это сезонные работники. Вот с нехваткой рабочей силы мы столкнулись. Вот это сейчас проблема номер один для вас. Это проблема для девелоперов номер один на сегодня, да. И что делать? Ну, справляемся тем, что имеем, как говорится. Пока планы постройки не корректируют. Люди же не могут круглосуточно работать. Там тройную нагрузку вряд ли. Круглосуточно люди не могут, но опять-таки появился момент какой, почему к нам, вот, допустим, пошли рабочие руки. Потому что мы платим. Мы платим вовремя, мы не задерживаем, и, соответственно, люди видят, где платят, они понимают, что там можно работать, и профессиональные кадры, они начали стекаться на стройку именно... А взять кого-то из других сфер, мы же знаем о том, что безработица сейчас растет. Условно, человек потерял работу где-то в сфере услуг, он может к вам прийти? Да. Или все-таки, извини, товарищ, ты должен определенными навыками? Собственно говоря, они могут прийти к нашим подрядчикам. Навыки, я думаю, можно приобрести на стройке. В конце концов, Советский Союз показывал, что на стройке могут работать и комсомольцы. Ну, там и качество было местами, во всяком случае. Да, ничего, дома стоят до сих пор, по крайней мере. И на то время было достаточно... Хочешь – научат. Хочешь зарабатывать – заработать на стройке можно. Но проблема того инфантилизма – у нас люди разучились работать руками. Они работают где угодно – в сфере IT, в сфере услуг, там, продать, купить. Вот эта вот история, сложившаяся достаточно давно, она создала проблему нехватки квалифицированных местных кадров. Да, чествуем человека труда практически, да, здесь, да. Мы. Ну, такого физического труда. На самом деле я очень с большим уважением отношусь к людям, которые в своей профессии умеют делать дело. И такие люди нужны, и они всегда ценятся. И зарабатывать можно очень неплохо. Юрий, вас послушать, так у застройщика все просто великолепно. И тот кризис, который вокруг происходит, и кому-то кажется, мир рушится, там просто земля из-под ног уходит, у вас совершенно какие-то другие пейзажи. Ну, смотрите, как бы кризис ударил по многим отраслям, в том числе и по строительной. И если бы не эта поддержка, мы не факт, что выстояли бы. Вот эта поддержка, она была очень своевременной, очень быстрой. И она реально помогла. Это вот тот случай, когда я государству очень благодарен. То, что делается сейчас в области, то, что делается на федеральном уровне, это реально помогает. Насколько это долговременные меры, сложно судить. Но вот этот период, пока мы не открылись, наш город пока закрыт, да, они очень помогают.
Поэтому посмотрим, что будет дальше. Я не склонен к эйфории какой-то особой. Нам помогло это выстоять на сегодня. Та же поддержка по субсидированию ставок, она только до конца 2021 года. Это закончится, все вернется к обычным ставкам. И очень важно, что там дальше будет у людей с деньгами, с доходами. Да, субсидированная ипотека, она заканчивается в ноябре. Поэтому на сегодняшнем этапе эти меры работают. Дальше, если меры будут системно, структурно к отрасли применяться и отрасли будут помогать, она может стать реально локомотивом, который вытащит другие отрасли. Поэтому... Давайте вот еще о чем я попрошу вас поразмышлять. Эксперты РАНХИКС, они провели масштабное исследование и утверждают, что одним из результатов вследствие пандемии может стать отток жителей крупных городов, ну, читай Екатеринбург, в пригороды, в свои дома. Понятно, с чем это связано, да, я думаю, объяснять не нужно. Насколько это реально с вашей точки зрения, и есть ли девелоперам что на это ответить? И надо ли отвечать? На самом деле, да. В период, когда у нас была практически полная самоизоляция, определенный запрос у клиента сформировался на загородное жилье. И здесь наш клиент сталкивается с одной простой проблемой. Хорошего качественного загородного жилья его в Екатеринбурге нет. Это крайности. Либо это из пенополистирола блоков дома дешевые, в которых, собственно говоря, жить невозможно. Либо это дорогие особняки, но построены уже достаточно давно под себя. То есть универсальному запросу не отвечают. И индивидуальный дом человек, вкладывая там, от 5 до 10 миллионов, он все равно строит его под себя. И рынок не смог предоставить именно вот на этот запрос быстро. Но не смог быстро. И не смог, махнули рукой, или все-таки это действительно ниша, в которой имеет смысл идти? Эта ниша имеет смысл, в которую имеет смысл идти, потому что пока никто не знает, каким образом история с коронавирусом развернется, будет ли он волнами, будет ли это сезонное явление, и определенная боязнь вот этой истории, она у людей уже сформировалась, то есть 3 месяца период привыкания состоялся, и да, действительно, запрос на загородное жилье будет, поэтому мы сейчас расширяем пакет кейсов у нас и вводим один из кейсов, это коттеджный поселок. То есть, но, опять же, хотелось бы, чтобы эта история была не разрозненной какой-то самодеятельности, да, а с единой концепцией, ну, вот в стиле европейских, американских поселков, где это все достаточно стильно и качественно сделано. Да, мы такой кейс себе тоже взяли, и быстро его не реализовать, но, думаю, запрос на загородное, он еще долго не уйдет, поэтому мы тоже там... Самое последнее, ТЭН известен своими уникальными, ну, я бы сказал, такими индивидуальными штучными проектами. Не случится ли так, что, опять же, в силу экономических причин придется вам удешевлять, упрощать, унифицировать и так далее? На самом деле, опять же, коронавирус показал ряд историй, когда можно оптимизировать затраты девелопера, переводя ряд процессов в автоматизацию, в удаленный доступ. То есть мы с теми же проектировщиками вынуждены были общаться удаленно. Это накладные затраты в определенной степени уменьшает. С точки зрения упрощать и экономить, ну, чего греха таить, все застройщики стремятся к максимальной выгоде. И вопрос ведь, либо это экономия разумная, либо это жмотство. Вот когда будет жмотство, построить можно. Сейчас мы запускаем проекты в эскроу-финансировании, когда банки дают денег на стройку. Только вопрос, ты потом что делать-то будешь? Человек придет, посмотрит и не купит. И ты вынужден будешь снижать цену, и по итогу эта экономия, она даст меньшую маржу. Те проекты, которые мы сейчас запускаем, мы наоборот уходим вещи, связанные вот с постоянным нахождением на территории дома, то, что вот история коронавируса, мы отрабатываем планировки, то есть чтобы людям было комфортно долго находиться. Да, нет, идет изменение формата, изменение среднего чека за квартиру, я об этом говорил. То есть люди смотрят, сколько всего квартира стоит, а надо ли мне столько пространства, нужен ли мне коридор 15 метров на квартиру 60 метров. То есть на это все смотрят. А с точки зрения таких вот интерьерных решений, мы продолжаем вкладываться в места общего пользования, в холлы. Мы, собственно, вот проект закрыли в самый разгар пандемии на ЖБИ, жилой комплекс «Сказка». Мы, наоборот, не стали экономить, мы на благоустройстве привлекли компанию, которая строила достаточно известный у нас парк рядом с торговым центром «Мега», вот чехарда компания, они из дерева. Там, нет, так классный парк. Вот мы сделали, взяли их, и они сделали нам то же самое, но в миниатюре и там. И сейчас я, когда наблюдаю в камеру количество детей, которые там бесятся, мне хорошо. А люди дают обратную связь, и это повышает доверие. То есть в это время мы не экономим
Ну, там, сэкономив 10-15 миллионов, ты можешь потерять добавленной стоимости гораздо больше. Поэтому экономия разумная, она приветствуется. Снижают свои запросы поставщики, потому что им нужен клиент постоянно платящий. Но это не означает, что нужны более худшие материалы, потому что за нами же еще 5 лет гарантии. И сэкономив на этапе строительства, поставив дешевый какой-то китайское оборудование, ну, понятно, ты потом 5 лет будешь разгребать. Да, то есть это отложенные деньги и негатив от покупателя. Поэтому я не вижу смысла в этом. Ну что ж, спасибо вам большое. Спасибо. Удачи вам. И успехов в будущем. Ну а мне остается напомнить, что на стенде был Юрий Романович, директор TEN Development. До свидания и удачи.